Фермеры республики терпят убытки. К нам в редакцию с жалобой на это обратились отчаянные предприниматели. Все дело в том, что еще полгода назад власти Дагестана заявили о наращивании экспорта баранины в Иран в 1,5 раза. Тогда многие аграрии закупили большое количество овец. Однако не предусмотрели того, что еще понадобится кипа сопроводительных документов. Зумруд Гамидова разбиралась в ситуации. Около сотни взволнованных фермеров со всей республики с самого утра собрались у здания Минсельхозпрода республики. Дело в том, что сельхозпроизводители еще с прошлого года не могут отправить мясо в Иран. Делать это якобы запретили власти, а формальной причиной, по их словам, стало отсутствие нужных справок. Кроме того, фермеры жалуются, господдержку получают в основном крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия. Личные подсобные хозяйства, по их мнению, обделены вниманием государства, ничего не получают. И более того, несут убытки в этом году. Ущерб, и так мы все в этом году ущерб из-за них попались. Если дальше то, что они говорят через бойни, это вообще фактически на этом году. Каждый день на меня ущерб есть. Вот приблизительно там можно 40-50 тысяч каждый год. Каждый день для меня лично ущерб есть. Из-за того, что не вывозят это. В Махачкале, по словам фермеров, за день они сдают до 80 голов, и это очень мало. Более того, скот выше 23 килограммов вовсе не берут. А ведь многие всю зиму откармливали поголовье в расчете на сбыт, и сейчас из-за отсутствия спроса готовы отпускать скот снова на пастбище. Что делать дальше, скотоводы просто не знают. Нам сейчас ставят такие требования, о которых мы раньше не слышали. Люди 20-25 лет занимаются откормом, и до сих пор не было таких требований. В прошлом году вывозили на Иран, вывозили. Позапрошлым, этим летом вывозили на Иран. Мясо почему? Люди ягнят. Сейчас здесь собрались не потому, что мы хотим космические большие цены. Сейчас люди собрались здесь, потому что мы хотим просто реализовать. Даже не в плюс, просто чтобы мы в убыток не пошли. С овцеводами лично встретился глава аграрного ведомства Абзагир Гусейнов. Выслушав недовольных, министр напомнил о том, что вся продукция животного происхождения – должна проходить через систему ветеринарной сертификации «Меркурий», чтобы от фермы до прилавка проследить путь куска мяса или бутылки молока до конечного потребителя. В противном случае недобросовестные перекупщики могут незаконно и по низким ценам приобрести мясо без регистрации и ветеринарных справок. Это, по мнению руководителя ведомства, недопустимо, так как бесконтрольное перемещение скота негативно повлияет и на всю отрасль, и на каждого дагестанца. Программу «Меркурий» придумал не я. Это закон, который приняло государство. Оно не обязывает вас платить налоги. Меркурий программа никак не связана с налогом. Это программа для учета передвижения вашей животноводческой продукции. Сегодня наша задача – эти все ваши потоки, когда вы скот покупаете, когда вы скот продаете, когда вы его перевозите, когда вы его режете, когда вы продаете на рынке, чтобы все это учитывалось в этой программе. Минсельхозпрод не запрещает правильно оформлять и вывозить скот никуда. Нет таких у нас намерений. Мы никому ничего не запрещаем. Мы всего лишь хотим, чтобы все работали по закону. Однако часть аграриев, как оказалось, просто-напросто не понимают, о какой системе идет речь и почему заниматься этим должны сами хозяйства, а не ветстанция. Для многих Меркурий лишь планета Солнечной системы. Я клянусь, говорю, 3 дня я пытался по группам объяснить, что такое Меркурий. Люди есть, которые в WhatsApp много групп есть, потому что мы чабаны, да, мы фермеры, откормочники, нам интересно знать информацию, где продают, где покупают, где закупить, куда продать. Идет обсуждение, уже в конец говорю, ну, где купить этот Меркурий, в каком магазине он бывает, спрашивают, я куплю этот Меркурий. Люди просто-напросто не понимают, не знают, что такое Меркурий. После бурных дискуссий стороны все же пришли к единому мнению. Главное условие – зарегистрироваться в системе Меркурий, научиться в ней работать и трудиться в рамках закона. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.